Это Таня, Анатолий, Гаурик, параглайдинг. Здорово. Компания Скайатлантида. В общем, очень красивый вид. Посмотрите на это. Это не полетит. Держи меня ручкой. Очень удобно возьми. Хорошо. Главное, не кидай меня вверх. Хорошо. Хорошо. Папа хочет помочь. Замечательно. Это вообще легче будет. Он тебя немножко придержит. Подожди, а как я сяду? Потом. Ты не думай об этом. Ты думай о том, как боги. Ты будешь двигаться. Потом ты сядешь, хорошо? Угу. Да. Меня. Если я иду, ты со мной. Не разворачивайся, смотри вперед. Удобно встань. Встань удобно, пошире. Хорошо. Пойдем. Я уже боюсь. Я меня бежать туда? Да? Боже! Я боюсь! Не бойся. Готово? Вперед, беги. Пошли вперед. Бегу, 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 бегу. Уже не бегу. Садись, 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 садись. Сюда. Уху! Понравилось? Здорово. Да. Левую коленку сделай вверх. Левую вверх. Левую. Угу. Правую вверх сделай, пожалуйста. Хорошо. Удобно сидишь? Да, отлично. Ребята, это очень здорово! Классное, все, я ничего не боюсь, все хорошо, здорово! Это очень круто. Это просто кайф. Если всем совсем не страшно, это я говорю для самых-самых трусливых. Восходящий поток, давай покрутим, уберем высоты. Давай. Поработаем с волной. Занимаешься видом спорта? Меня Анатолий зовут. Ой, 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 извините. Анатолий. 19 лет. Обалдеть. Ты бесстрашный? Боже мой! У меня инструктор, двукратный чемпион мира. Обалдеть. Это круто. Я обязательно в следующем году буду со своими детьми. И обязательно мы будем здесь. Обязательно будем. Моя компания. Я возьму ваши координаты, да. В любом случае, в Ютубе нас найдешь, и ты там будешь. Да. Ребята, это очень круто. Это просто сногсшибательные ощущения. Когда мы работаем с волной, мы на контроле справа. Да. Да. Мы были там. Мы были в монастыре. Приятно посмотреть. Да, да. Очень приятно смотреть с любой высоты, с любой стороны. Да, потому что очень все красиво. Знаете, я первый раз, у меня такие
эмоции зашкаливают, вот знаете. Я думаю, вам, наверное, приятно, когда первый раз кто-то приезжает. У него настоящий вот этот вот такой позитив. Да, вы дарите мне то, я вам дарю полет, а вы мне дарите настоящие эмоции, да? Иногда, когда люди не дают настоящие эмоции, конечно, приятно. Да-да-да. Настоящие потоки перед ними и приятно. Это как в самолете, да, попадают, да? Обалдеть. Над уровнем моря. Ого. На 400 метров выше, чем стартовая площадка. Ого. Там стартовая площадочка, видишь? Ага. Ого. Горнолыжные горы перед тобой. Мы, кстати, тоже собираемся зимой именно сюда, потому что мы ездили в Буковель, а в этом году, наверное, будем у вас. Ты правильно. Просто очень все нравится. Здесь 8 лет уже. Мы первые, кто здесь открыли это, до этого никто не летал, сейчас, конечно, видишь. Да, уже. Да, уже есть конкуренты, да? Ну, это не конкуренты. Конкуренты, когда есть как бы опыт у людей такой, как у нас. У нас свои клиенты, у них свои, скажем так. Каждому свое. Руслан, это наш сборщик, то есть стоит только на нами, он получает процент. Если бронируешь онлайн, там немножко дешевле. Хорошо, мы будем в курсе. Это просто... Это не, ну как сказать, не парашют, это круче. Конечно, это просто совершенно другое. Если захочешь, за 50 лари могу еще покрутить, это будет тебе где-то 18 долларов. Честно, не дело в деньгах, но пока хватит. Боишься? Да, чуть-чуть проблема, вот, да. Дорогая моя, я да. Тебя точно понимаю, да. Я просто... А вообще-то, я говорю, в планах, да, быть, и, возможно, ты знаешь, второй раз сделаю по эти ваши прокруты. Ты уже не прыгала, да? Да, да. Нет, с парашюта я не прыгала. Не, мы просто, знаешь, как в море, когда запускают, да, парашют, ну, цепляют сзади катера, да, ну, то есть это мое было первое такое ощущение полета. Это второе, потому, ну, это совсем ничего. И сегодня прокруты для меня это будет, знаешь, такое немножко. Перебор. Да. Если я понимаю, то что можете говорить. Спасибо. Я видела большая турбуленция будет, не волнуйся. Мы летаем по времени? Приблизительно 10-15. Обалдеть. Ну, вы знаете, в полете время, кажется, останавливается. Ну, наверное, для таких, как я, кто первый раз, а кто, наверное, уже вот и спортсменов, там, любителей. Конечно, мы чувствуем время. Да. Нам это надо. Да. У нас вон перейдет.